Так, хорошо, ладно, я начинаю показывать. Так. Стоп, шаринг. Ага. Значит. Заходим в аккаунт ВКонтакте. Нажимаем «Моя страница». Значит, можно сделать такую автоматизацию, когда у вас одним кликом вы размещаете в странице вот сюда ВКонтакте, и у вас уходят сообщения в Twitter и на Facebook. Значит, чтобы вот это произошло одновременно, вот здесь нажимаете «Показать подробную информацию», и здесь вам нужно подключить Twitter и Facebook, и там еще можно Instagram подключить. Значит, чтобы подключить вот эти аккаунты в Twitter и Facebook, нажимаете ссылочку «Редактировать». И вот здесь, так, вверху будет раздел «Контакты» открываться. И в этом разделе кликните на Facebook. Включить. Вот, допустим, у вас будет интеграция с другими сервисами, если ничего не включено. Вы нажимаете «Интеграция с другими сервисами». В данном случае у меня еще не подключено Instagram. И нажимаете «Настроить импорт». Вот так кликаете. Скорее всего, откроется какое-то окошко. Здесь пишете имя пользователя в той социальной сети, в которой подключаете, и пароль от социальной сети. И нажимаете «Войти». Если не вошли еще в этом браузере. И вам нужно будет ввести свой логин. То есть в данном случае это логин от Twitter вот у меня. Вот такой Twitter. И логин от Facebook. То же самое. Так. Вот такой логин. Теперь дальше. Когда вы, вот к примеру, возьмем пример, да? Зачем мы это делаем? Значит, я вам сейчас покажу одно объявление. Вот сегодня я сделал объявление, приглашение на презентацию. То есть вот час назад. Как я это сделал? То есть пишу здесь текст. Вот. Так, ну все раскрыл. Не то раскрыл. Пишу, допустим, вот такой текст рекламный, кидаю сюда, дальше, и прикрепляю фотографию. Выбираю «Прикрепить фотографию» и выбираю «Загрузить фотографию с компьютера». И на компьютере у меня много разных фотографий по компании, там, слайдами, допустим, вот так нажимаю «Открыть». И что получается? То есть получается, мы таким способом собрали текст и нажимаем кнопочку «Отправить». После того, как мы отправим, сообщение попадает тут же, экспортируется в Twitter и экспортируется в Facebook одновременно. Вот. Кроме того, на Facebook можно также подключить Twitter. И поэтому на Фейсбуке будет два сообщения. Значит, сейчас я покажу, что произошло. Значит, вот здесь. Так. Вот. Получилось импортированное вот это сообщение из ВКонтакте, которое я разместил. Так. А импортированное сообщение из Твиттера, оно не пришло. Тут такой нюанс есть, когда из Твиттера сообщение попадает на Facebook, оно почему-то иногда с задержкой бывает. Я такой момент и замечал. Но это ничего страшного, просто в другой момент времени вы расскажете своим друзьям, что вы занимаетесь таким-то бизнесом. Вот это сообщение я размещал, уже зайдя в аккаунт Facebook.